Всем привет, друзья! Вы на канале Круговорот, дача Огород. Сегодня мы поговорим о том, как я выращиваю сальвию. Сальвию — очень красивый цветок. Он цветет как и в вазонах, так же и на бордюрах. Ну вот, обратите внимание, друзья, какие сорта я в этом году посеял на рассаду. Это у меня сорт сальвия Редди, красная, ярко-красная, такого темного цвета. Bright Red. Также сальвия Редди. Purple — это темная сальвия, темно-фиолетовая. И Ready White Surprise — это желтая с красными такими вот лепестками, цветочками. Вот обратите внимание, сейчас она у меня начала уже хорошо куститься. Во-первых, хорошо куститься, и первую верхушка кустика не была прищипнута, потому что я выращиваю на реализацию. Можно ее также сделать прищипку, и кустик начнет куститься хорошо. Если по каким-то причинам она, например, начала тянуться, то сальвию, так же как и львиный зев и многие другие цветы, можно прищипывать. Тогда это пойдет им на пользу. Бывает, нижние или сами листики желтеют. Почему это происходит? Это, конечно же, от того, что кустик растет, кустик развивается, корневая система становится мощной, и она требует пересадки. Но также лучше всего подкормить, если у вас есть вот такой вот сульфат магния. Мы обычно кормим столовая ложка на 10 литров воды. И прям проходим из пульверизатора по всей нашей рассаде. Вот, это самое такое вот хорошее удобрение. Сульфат магния, здесь находится сера и магний. Практически в одинаковом соотношении. Конечно же, в вечернее время это нужно делать, и хорошенько до скатывания капель с листа. В общем, это удобрение, если у вас, допустим, желтеют листики, например, то она озеленит саму листовую пластину. Потому что вот бывает у нас то жарко, то холодно, то тучи, и плохой фотосинтез происходит у растения. Само растение у нас не вырабатывает хлорофилл, из-за этого листик, конечно же, желтеет. Не будет излишней вот это вот применить удобрение. Обычно мы им пользуемся 2-3 раза за весь сезон летний. Вот, что еще хотелось бы отметить. Это сальвия высотой до 40 сантиметров. Очень красивая, необычайно красивая. Имеет вот такие вот темные листики темного зеленого цвета. И вот такие вот стрелочки. Их еще называют огоньки, кто знает. Раньше их высаживали постоянно в клумбы, на солнечных местах. Вот. Этой сальвии от посева до цветения ровно 3 месяца. Потому что сальвия быстрее зацветает, чем наша петунья красавица. Вот здесь у меня, я сделаю видео по сортам. Видите, у меня есть и светло-розовая, и темно-розовая. Ну, и вот коралловый цвет. Вся сальвия очень... Ой, петунья вся очень красивая. Здесь у меня вот такие вот пышные кусты скоро поедут на рынок. Вот если у вас, например, верхушечка потянулась вверх, то ее можно прищипку сделать, и у нее пойдут дополнительные побеги развиваться. Сальвия лучше всего растет, конечно, в 500-граммовых стаканчиках. Конечно, здесь ей много места, где разгуляться, она становится шире и мощнее. Но мы также и выращиваем и в 200-граммовых стаканчиках. Также развивается сальвия, в принципе, хорошо. Но кустик уже, конечно, от этого становится меньше, потому что мало места в стакане. Видите, корневая система вся у них хорошая. Требует пересадки. Но если даже вы в маленьких стаканах выращиваете, когда вы высадите в грунт, за это время, за весь сезон она так разрастется, что догонит и перегонит даже обычную вот такую вот, которая выращена в 200-граммовых, в 500-граммовых стаканчиках. Единственное, я сделал вот этой сальвии перевалку с 200-й в 500-й. Была одна перевалка. Вот. Из-за этого, конечно, тоже идет все это на пользу. Ну вот здесь у меня прищипнутый куст, видите, обратите внимание, он у меня вначале сломался, я, ну,
или я прищипнул его, не помню уже. По-моему, верхушечка сломалась. И вот она начала, вот и начало уже вот этот нижний листик желтенький, ничего страшного. И вот она начала куститься. Видите? Кустик от этого ничего не теряет. Все, желаю вам, друзья, на этом всего доброго, наилучшего. Всем пока.